Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы были на службе, которая называется закладка капсулы, и она осуществлялась как раз владыкой нашим Парамоном для вновь строящегося храма святителя Спиридона Тримифутского. Будет не только построен храм, но и центр для работы с детьми и молодежью. Для нас это очень важно, потому что здесь, на этом месте, мы старались вести работу, которую невозможно вести с небольшим количеством помещений, с небольшим количеством помощников. Но сейчас, когда все построится, будет гораздо важнее спасение душ молодежи, которая очень нуждается во всем этом. Надеюсь, что всеми молитвами святителя Спиридона, святых Божьих угодников, Матери Божией и самого Господа здесь будет крепкая и здоровая община, которая будет за молодые семьи, за молодежь бороться и стоять не на жизнь, а на смерть. Спаси вас, Господи! Христос воскресе! Воистину!